дорогие зрители! Хочу вам сегодня рассказать, как я готовлю маринованные свиные ножки. Ножки я уже заранее почистила, помыла, разделила на две части. Подержала в холодной воде примерно сутки, а то и больше. Периодически меняя воду. И сейчас поставила вариться. Где-то примерно часа 2-2,5. А тем временем приготовлю маринад. Значит, здесь у меня 2 литра холодной воды. Я сюда добавлю 2 столовые ложки крупной соли. С горкой можно вот так. И перемешаю, пока полностью не растворится соль. Ну, здесь у меня несколько зубчиков чеснока. Если крупные зубчики, то можно разрезать на 2 части. А которые поменьше, так и оставляем. Дальше у меня зелень петрушка, черный перец горошек и лавровый лист. Ну, перец горошек я сделаю примерно пол столовой ложки, вот так. Лаврового листа, ну, штук 6, наверное. Можно и побольше. Вот. И, ну, и конечно, петрушку разрежем ее покрупнее. Вот так. Все отправляем в воду. Дальше нам понадобится уксус. Где-то примерно 50 миллилитров. Уксус у меня яблочный, 6%. Вот примерно вот полностью вот такая стопка. Это 50 миллилитров. Все, маринад готов. Теперь я приготовлю рассол. У меня здесь 1,5 литра воды и 4,5 столовой ложки соли. Так, это 3, чтобы не ошибиться, 4. И вот так половинка. Перемешаю, соль растворится. Буду окунать ножки по 2 минуты в рассоле, затем в маринад отправлю. Сначала сутки оставим при комнатной температуре, затем уберем в холодильник, и где-то через 3 дня будет готов наш маринованный можжош. Смотрите, как хорошо режется. Очень хорошо отварились ножки. Сейчас попробуем. Такой очень интересный вкус. Знаете, если кто-то пробовал когда-нибудь куриные ножки, то вот точь-в-точь, ничем не отличается абсолютно, потому что здесь присутствует очень приятный аромат чеснока и петрушки. Ну, естественно, там черного перца горошком и лаврового листа. Тоже очень хорошо ощущается. Поэтому, если кто любит вот такое сочетание, то обязательно пробуйте, вам понравится. Всем спасибо, пока-пока.